Некоторым сиквелам просто не суждено было появиться. Wait a minute, I thought all you did was kill innocent people. Innocent? Is that supposed to be funny? Добро пожаловать на WatchMojo Россия, и сегодня мы представим топ-10 отмененных фильмов-сиквелов. Прежде чем начать, хотим напомнить, мы публикуем новые видео каждый день, так что не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещения о наших новых видео. В этом списке мы расскажем о продолжениях к фильмам, съемки которых должны были начаться, но в конечном итоге они так и не увидели свет. Номер 10. Орудие смерти. Город праха. Многие подростковые романы превратились в большие деньги на большом экране. Тем не менее, на каждые голодные игры найдутся орудия смерти. Нельзя сказать, что у бестселлера Кассандры Клэр не было потенциала, чтобы вдохновить на создание эпической кинофраншизы, но адаптация Константин фильм «Города костей» была мертва еще до выхода. Джейс Уэйленд, Демон Хантер. Саймон Льюис, Кеймастер. Ты гейткипер? Еще до того, как фильм попал в кинотеатры, студия уже объявила, что продолжение «Города праха» выйдет год спустя. Даже Сигурни Уивер была готова сниматься. Однако после того, как «Город костей» не нашел отклика у зрителей, сиквел был отложен на неопределенное время. Тем не менее, франшиза обрела вторую жизнь на телевидении в виде сериала «Сумеречные охотники», вышедшем в 2016 году. Номер 9. Зеленый фонарь 2. То, что в фильме есть сцена в середине титров, не гарантирует автоматическое продолжение. Ожидалось, что долгожданный художественный фильм «Зеленый фонарь» станет не только первым в трилогии, но и отправной точкой для кинематографической вселенной DC. Однако эти планы были разрушены, когда фильм провалился с точки зрения кассовых сборов и получил плохие отзывы. I'm sorry about that. После разочаровывающего «Зеленого фонаря» Warner Bros. Решили дать зеленый свет «Человеку из стали», который официально открыл расширенную вселенную DC. С тех пор был объявлен фильм «Корпус зеленых фонарей», хотя мы не увидим его, по крайней мере, до 2020 года. Тем временем Райан Рейнольдс стал другим супергероем. Номер 8. Судья Дредд 2. You got five. Thanks for the heads up. В отличие от некоторых других фильмов в этом списке, фильм «Судья Дредд 3D» 2012 года был действительно достойным продолжением. Несмотря на то, что он получил положительные отклики от критиков и в конечном итоге породили целый культ, фильм просто не собрал достаточно зрителей в кинотеатрах. Defense noted. Возможно, это было связано с плохим маркетингом, или, может быть, фильм Сильвестра Сталлоне навсегда оттолкнул от себя зрителей. В любом случае, кассовые сборы Дредда были смешными и убили всякую надежду на запланированное продолжение. Если бы фильм вдохновил на создание трилогии, ее сценаристом мог стать Алекс Гарланд, который выразил заинтересованность в сюжетных арках Origins и Democracy. Пока фанаты все еще надеются на ТВ-продолжение, в ближайшее время никакого полнометражного фильма не выйдет. Your show, rookie. You tell me. Номер 7. Кто открыл кролика Роджера? Кто подставил кролика Роджера был одним из главных хитов 88 года, поэтому очевидно, что Дисней очень хотели сделать продолжение. В какой-то момент были планы по созданию приквела под названием «Роджер Рэббит The Toon Platoon». Эта история происходила бы в 41 году, когда Роджер намеревался спасти Джессику из оккупированной нацистами Европы. Позже переименованный в «Who Discovered Roger Rabbit» от нацистского сюжета отказались, и акцент сместился на то, как Роджер стал знаменитым. Вскоре после тестовой съемки проект сочли слишком дорогим и отменили. Создатель кролика Роджера Гарри Вольф все еще заинтересован в сиквеле, но, вероятно, можно с уверенностью сказать, на этом все, ребята. Номер 6. Фантастическая четверка 2. It's who we are now. Maybe it's who we're meant to be. После того, как предыдущие фильмы «Фантастической четверки» провалились, 20 век Fox стремились переписать грехи прошлого с помощью перезапуска 2015 года. Студия была настолько уверена в этом фильме, что запланировала выход сиквелов на 2017 год. Увы, они слишком поторопились. So, this is where you've been hiding out. Wait,
Stop! Let me explain! В дополнение к тому, что он выиграл «Золотую малину» в категории «Худший фильм», этот перезапуск стал вторым по величине финансовым провалом 2015 года. All right! It's clobbering time! Надеемся, в скором времени Marvel Studios отдаст должное франшизе. Ну а сейчас мы рады, что Fox не снимал сиквела. Oh yeah, this one is definitely going on Instagram. Номер 5. Гамп и компания. Hello. My name's Forrest. Forrest Gump. В 86 году Уинстон Грум опубликовал небольшой роман под названием «Форрест Гамп». Его книга вдохновила на создание фильма 94 года с тем же названием, который впоследствии стал невероятно кассовым, а также победил в номинации «Лучший фильм». На пике успеха фильма Грум решил продолжать приключения Форреста в другом романе «Gump and Company». В 2001 году сценарист Эрик Рот закончил сценарий, основанный на продолжении Грума. В этом продолжении были бы тонны юмора, основанного на самоотсылках, и Форрест действительно встретился бы с Томом Хэнксом. Однако после теракта 11 сентября сиквел внезапно утратил актуальность и был отменен. Stupid is, stupid does, sir. Paramount пересмотрели сценарий в 2007 году, но из этого ничего не вышло. Тем не менее, мы не против увидеть Forrest Gump 2. Mr. President, I'm Forrest Gump, owner of Bubba Gump Shrimp. Shrimp? I love shrimp. Номер 4. Новый Человек-паук 3. Чтобы сохранить права на Человека-паука, Sony нужно было выпустить еще один фильм как можно скорее. Когда Человек-паук 4 закончился, не успев начаться, было решено полностью перезапустить франшизу. Хотя новый Человек-паук выступил довольно хорошо, его сиквел 2014 года в конечном итоге не оправдал ожиданий. По крайней мере, еще два сиквела нового Человека-паука были запланированы, но зрителям просто не нравилось. Таким образом, Sony отказались от своих планов создания кинематографической вселенной и, наконец, заключили сделку с Marvel Studios. Том Холланд дебютировал в киновселенной Marvel в роли паука в фильме «Первый мститель. Противостояние», дав новое начало персонажу. Hey, I'm Peter. Tony. What are you doing here? Теперь, когда Питер Паркер находится в руках Marvel, вполне уместно, что фильм назывался «Человек-паук. Возвращение домой». Hey, everyone. Good job. Номер 3. «Охотники за привидениями 3». Hey, anybody see a ghost? «Охотники за привидениями 3» просто не могли сбежать производственного ада, хотя это произошло не из-за отсутствия попыток. The line is totally blank. В течение почти 25 лет возникало множество потенциальных идей. Одна из них заключалась в том, что «Охотники за привидениями» попадают в ад, а другая бы рассказывала о том, что Питер Венкман стал призраком. Дэн Эйкред был одержим идеей собрать банду вместе, но Билл Мюррей всегда отказывался. Sorry. This isn't your lucky day. Смерть Гарольда Рамиса в 2014 году стала последним гвоздем в крышку гроба, в результате чего Эйкред наконец оставил надежду на продолжение. Ray. Man, face it, Ghostbusters doesn't exist. Хотя «Охотники за привидениями 3» возможно безнадежное дело, в 2016 году мы получили перезапуск с женщинами в главной роли. Хороший фильм или нет, решать вам. Let's go. Let's go. Oh, did you want to? Sorry, I'll let you. I'll let you. Next time. Номер 2. Девушка, которая играла с огнем. В преддверии выхода фильма «Девушка с татуировкой дракона» режиссер Дэвид Финчер объявил о своем стремлении снять следующие две главы. Харадин Брур. Или Риттер Сакт. «Девушка, которая играла с огнем», должна была выйти в 2013 году, но производство было отложено из-за проблем со сценарием. В итоге Sony решили перезагрузить франшизу, сняв фильм «Девушка, которая застряла в паутине», действие которого происходит после оригинальной трилогии «Миллениум». Алисия Викандер претендует на роль Лизбет Саландер, хотя Руни Мара все еще может сыграть роль, номинированную на «Оскар». «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки», возможно, никогда не будут сняты в Голливуде, но вы всегда можете посмотреть шведскую адаптацию фильмов. Märk inte ord, svara på frågan. Nej. Nej, vadå? Är svaret på frågan. Прежде чем мы объявим первое место, вот несколько почетных упоминаний. I want a car. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. You wrote that the world doesn't need a savior. But every day I hear people crying for one. Wasn't it an old wise man who once said, one pot brave, three pots fool? Rome would be proud of you. Номер 1. Золотой компас, чудесный нож. Is that all? New Line Cinema действительно рассчитывали, что Золотой компас станет следующим Властелином колец. Или хотя бы следующей Нарнией. Well, who else is gonna do it? Besides,
We're in this together now. Поклонники трилогии Филиппа Пулмана «Темное начало», как правило, были недовольны этой многомиллионной адаптацией, жалуясь, что из фильма убрали религиозные темы, которые сделали первоисточник настолько увлекательным. If you do that, I can never be your demon. My demon. Когда фильм провалился в североамериканском прокате, не было смысла с финансовой точки зрения снимать запланированные экранизации «Чудесного ножа» и «Янтарного телескопа». Maybe we shouldn't be doing this. Хотя «Золотому компасу» не удалось получить продолжение, у романов Пулмана по-прежнему есть огромный потенциал. Так что давайте надеяться, что перезагрузка франшизы от BBC будет успешной. I will serve you in your campaign until I am dead, or you have a victory. Согласен с нашим выбором? Какие еще сиквелы так и не были сняты? Напиши их в комментариях. Nothing wrong with a man taking pleasure in his work. I won't deny my own personal desire to turn each sin against the sinner. Чтобы смотреть больше увлекательных топ-10 ежедневно, не забудьте подписаться на WatchMojo Россия. Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with pulverine.